Друзья, и вновь ProDexpo 2021. У меня две очаровательные гости. Расскажите, пожалуйста, какую компанию представляете? Представьтесь. Наша компания называется TC Food Product. Владелец австриец. Здесь офис. Два года существует наш офис в Москве. Производство в Италии. У нас свои площадки. Компания TC существует больше 20 лет. Основное производство – это охлажденные молочные пирожные, вот два бисквита со свежим молочным кремом на холодной полке. У нас уже очень хорошая история в Российской Федерации СНГ. Да. Вопрос тогда такой, раз производство не у нас, мы общались сегодня с производителями, которые, у них производство где-то под Москвой, в регионах. Расскажите, наверняка вы общались со своими коллегами, вот как производство итальянское вот, отреагировало на реалии того года? Сильно ли отличаются эти вот реалии от наших производителей? Из-за пандемии, конечно, продажи снизились, поскольку просто многие магазины были закрыты, и у нас на заводе усилился режим контроля. Очень строгий контроль был, чтобы никто не заболел, и нам повезло, у нас ни один человек не заболел, и производство не останавливалось ни на один день. Конечно, сейчас рынок просыпается, и если наш офис отвечает за 10 стран, это Россия и СНГ, то вообще мы продаем продукцию около 60 стран, и сейчас начинается рост, мы очень рады, надеемся, что мы запланированы на 2020 год объемы сможем реализовать в этом году. И такой вот у меня вопрос. Вы на выставку обычно люди привозят что-то новое, что-то революционное, чем мы сегодня будем поражать. Вот расскажите, что-то новенькое привезли мы сегодня? Давайте я расскажу. Добрый день, меня зовут Карина, я директор представительства. Рядом со мной Ольга, она второй наш директор в Австрии. Значит, все нас знают, естественно, по Milka Oreo, мы очень хорошо представлены в сетях. На ProDexpo мы привезли две наши очаровательные новинки. Эти продукты только-только вышли. Это снэк Беллис, это взрослая аудитория, очень вкусный, просто замечательный перекус с кофе, с чаем. В зоне кофе-брейка как раз можно попробовать. У нас еще есть наша новиночка Миньоны, это уже более детский бренд, детский сегмент. Рассчитан, соответственно, на всех тех, кто любит очень и обожает мультики, да, с миньошками. Здесь есть банановая начинка, да, банановая сердцевинка, замечательный шоколад. В общем, очень-очень-очень вкусный бренд. Приходите к нам на стенд, мы находимся в павильоне Форум. Пробуйте наши новинки, мы будем всем рады. Все, кто работает рядом сейчас с нами, за камерой, режиссеры, постоянно говорят мне, нужно сразу узнавать, на каком конкретно стенде, в каком павильоне стоят эти прекрасные улыбчивые люди, которые предлагают нам вкусную еду. Поэтому с большим удовольствием, конечно, попробуем вашу продукцию. Спасибо вам. Спасибо большое и удачи в следующем году. До встречи на новой выставке. Спасибо вам. Спасибо. Приходите. Павильон Форум. 088. FH 088. Всего доброго. Спасибо.